Лечить людей – великое призвание, и при этом сложнейшее искусство, совершенствоваться в котором нужно будет всю жизнь. И, конечно, учиться у лучших. Поэтому я точно могу сказать, здесь вы в надежных руках, и вам действительно невероятно повезло. Пусть навыки и компетенции, полученные в новом учебном году, станут основой для самореализации и успешной профессиональной деятельности и роста. Успехов в новом учебном году и, конечно же, дорогие мои, здоровья! Вы избрали необычную профессию. Я бы сказал, точнее, наверное, вы избрали образ жизни. Для большинства из вас это будет образ жизни. И это нужно принять. То, что вы выбрали медицину, это действительно составляет очень важную часть вашей жизни. Это делает вообще вам честь, потому что Александр Николаевич сказал, что медики были и выдающиеся писатели, композиторы. Много дает профессия врача. Совместить звание студентов Центра Алмазова «Тяжелее сил» и